Президент сегодня осмотрел и другие объекты, которые в Григориополе строят по программе «Капвложение». Сейчас работы идут на главной площади. Рядом обустраивают футбольное поле и картодром. Единственный приднестровский картодром сейчас закрыт на ремонт. Здесь приводят в порядок трассу. Чуть больше километра трека делают так, чтобы карты могли разгоняться и не вылетать на газонный заям в асфальте. Президент предлагает закупить еще несколько машин, чтобы спортсменов в городе стало больше. А пока продумать, где будут стоять гаражи для картов и как обеспечить их охрану. Вот на следующий год мы заложим, я думаю, где-то 5-8 картингов до 10 для начала. Да, от 5 до 10. Можно купить, половину из них сделать и прогулочного типа, половину там гоночного типа, и обучение, по большому счету, на гоночном. Да, надо начинать с простого. Ремонт трассы закончат к 20 сентября. А уже в октябре, рассказал григориопольский глава, здесь пройдет первый этап чемпионата Молдавии по картингу. На конец октября запланированы и республиканские соревнования. Еще один объект Григориополя – спорткомплекс открытого типа. Президенту показали будущее футбольное поле. Вадим Красносельский поинтересовался, много ли детей занимается в городе футболом. У нас есть 12 групп занимаются. Отлично. Сюда они будем использовать и как для школы, и для спортивных занятий, и как для секции футбола. Показали президенту и городскую площадь. Ремонт в самом разгаре. Работы должны завершить к началу сентября. В День республики здесь пройдут главные торжества. Инна Сачалка, ТСВ.